Здравствуйте! В эфире праздничный выпуск «Новости Дагестана». Сегодня 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной. Праздник со слезами на глазах. День, вошедший в историю как самый долгожданный, праздник, о котором мечтали миллионы. День Победы, за которую сражались и отдавали жизни. 9 мая этого года пришлось на нелегкий период, как для нашей страны, так и для всего мира. Но, несмотря на это, по всей стране в новом формате проходят праздничные мероприятия. Современники вспоминают подвиг целого поколения, отдают дань памяти и уважения ушедшим и живым ветеранам. Глава Дагестана вместе с председателем правительства республики возложил цветы к вечному огню у мемориала воину-освободителю. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов, разрушенных. Многие из лучших сынов и дочерей Дагестана пали смертью храбрых. Воздвинутый в Махачкале в парке Ленинского комсомола памятник – символ глубокого уважения к светлой памяти наших земляков, отдавших жизни во имя мира, оставшихся на полях сражений самой кровопролитной войны всех времен. В этом году многие праздничные мероприятия проходят в дистанционном и виртуальном формате. Вот и акция «Бессмертный полк» в России впервые проходит в режиме онлайн на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Онлайн-трансляция шествия виртуального «Бессмертного полка» была доступна в эфире федеральных телеканалов. Граждане подали более 2 миллионов заявок на участие в акции. Наблюдать за ретроспективой памяти можно было в режиме реального времени в телеэфире, на YouTube и других медиаресурсах. Плакаты со снимками героев войны транслировались вместе с фотографиями их близких. Онлайн-шествие будет постепенно двигаться с востока страны на запад. Кроме того, в России проходит акция «Бессмертный полк в твоем окне». Ее участникам предложили выставить в окне портрет своего родственника, ветерана войны. Сегодня торжества прошли и в Кизляре. Так глава города Александр Шувалов от всех горожан возложил цветы к вечному огню и мемориалу, где высечены имена кизлярцев, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Ровно в полдень по Кизляру начала курсировать машина с флагами, праздничными баннерами и установленной на ней музыкальной аппаратурой, благодаря чему звуки победного марша и военных песен были слышны по всему городу. Кизлярцы из окон поддерживали акцию, махали флажками, поздравляли друг друга и, конечно, присоединились к исполнению главной песни сегодняшнего праздника – «День Победы». На рекламных щитах в Дербенте разместили портреты ветеранов из разных уголков Советского Союза. В едином строю оказались те, кто ушел на поля сражений и не вернулся, и те, кому удалось выжить и начать новую жизнь после войны. Кроме самих фотографий, на плакатах можно увидеть и биографии солдат Победы. Портреты ветеранов присылали все желающие, причем не только из Дагестана, но и из других регионов России и даже из других стран. За 40 дней режима самоизоляции благотворительный фонд «Инсан» распределил уже около 200 тонн продовольствия среди 15 тысяч нуждающихся семей в республике. Накануне прошла очередная, уже третья крупная акция фонда. Подробности расскажет Хамза Нурмагомедов. Более 250 волонтеров, оставив свои дома и семьи, рискуя здоровьем во время эпидемии, пришли на помощь тем, кто остался без пропитания в сегодняшней сложной ситуации. У людей нехватка вообще средств. И еще больше у нас возможностей, чтобы мы помогали людям. Аллах нас проверяет, как и людей, которые сидят дома, их на сабур, так и нас проверяет, как мы сейчас будем поступать с нашими братьями. Каждому добровольцу, исходя из его возможностей и наличия места в багажнике автомобиля, предоставили адреса нуждающихся людей и продуктовые наборы. Мы подъехали к вашему дому, 125-й же дом, да, генерал Амаров? Да, да. Вот мы уже здесь внизу, возле гастронома стоим. Если есть возможность получить помощь, мы стоим внизу, отправьте кого-нибудь, пожалуйста. В рамках этой акции волонтеры объехали более 5000 семей по всему Дагестану. В общей сложности доставив по домам 25 тонн продовольствия. С момента начала пандемии нам была открыта горячая линия, где нами принимаются заявки и принимаются они по сей день. И количество обращений очень много. После каждой проверки адресного выезда эти семьи включаются, им тоже оказывается эта помощь. В один продуктовый набор вошли 5 килограммов муки, по 1 килограмму сахара, риса, гречки, макаронов, а также литр подсолнечного масла и пачка черного чая. За всей этой помощью стоят реальные люди, тысячи жертвователей и десятки меценатов.
Был приятно удивлен, что сколько они проводят работы по поддержке людей, которые вынуждены в связи с этой заразой коронавирус находиться дома. Я узнала о том, что проводится вот такая акция в благотворительном фонде «Инсан». Решила принять участие и вам рекомендую помочь. Надо делать благие дела, тем более в такое время. В благотворительном фонде понимают, что этой поддержки ждут еще тысячи людей. Они твердо намерены работать без устали, делать все возможное, чтобы охватить помощью как можно больше людей в это непростое время. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Камиль Девятов, Дауд Гасанов, телеканал НТ, Махачкала. Мечети Махачкалы не причастны к музыке, которая звучала сегодня в городе. В соцсетях активно распространялись видеоролики, на которых видно, что из динамиков минаретов мечети звучат песни военных лет. Все это вызвало широкий резонанс со стороны общественности. Инцидент прокомментировал председатель муфтията республики Шамиль Алиханов. Дорогие дагестанцы, в социальных сетях массово распространяются видеоролики, где якобы с минаретов мечети звучат военные песни. Заверяем вас, что к включенной музыке муфтия Дагестана и администрация мечети никакого отношения не имеет. Песни звучали с рупоров МЧС республики, которые были установлены на минаретах по просьбе министерства для сообщений в случае чрезвычайных ситуаций и для блага населения. Официально заявляем, что с муфтиатом Дагестана не было согласовано использование рупоров в данных целях. Еще хочется напомнить всем нам о недопустимости распространения недостоверной информации, которая влечет за собой неприятные последствия. Желаем всем мира и добра. В свою очередь, в МЧС Дагестана признали ситуацию с включением музыки в мечетях ошибкой. В ведомстве объяснили, что песни военных лет включали в 106 различных объектах в городах республики, а использование мечети в этом случае не предполагалось. Также в министерстве извинились перед дагестанцами за оскорбление чувств верующих. Из-за нехватки койко-мест в горах муфтия Дагестана предоставил медресе для лечения больных коронавирусом центральной больницы Унсыкульского района. Религиозное учреждение выделило здание для размещения пациентов. Помещение осмотрела главврач Унсыкульской больницы Айшат Магомедова. Абдуллаев Ахмад Хаджи Магомедович от имени муфтия Республики Дагестан предложили помещение под, при необходимости развернуть помещение для оказание помощи больным медресе, который находится в селе Унцкуль. Помещение имеет все условия, созданы для использования для медперсонала или для реабилитации больных. Представители муфтията и администрации села Унцкуль выразили готовность оказать необходимую поддержку для медработников и больных в виде ежедневного питания, а также предоставить волонтерскую помощь. Сегодня муфтият Республики Дагестан медресе, расположенные в селение Унцукуль, в данное время не функционирующее, передаем для пользования центральной районной больницы Унцукульского района в связи с нынешним положением. Материальная помощь от муфтията получена также в Кайтакском районе. Центральной больнице в селе Маджалис были переданы медикаменты на сумму более 150 тысяч рублей, а также организовано питание медработников, горячий плов на вечернюю трапезу и ифтар. В поселковых магазинах также были погашены долги нуждающихся людей. Мы можем только представить, с каким трепетом ждали с фронта письма своих родных наши бабушки и дедушки. Как они радовались, что их родной человек жив и здоров. И как плакали, когда приходили похоронки. Ведущие телеканала ННТ решили по-своему отметить этот День Победы и зачитать в эфире отрывки из писем военных лет. Вот некоторые из них. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Здравствуй, моя Азочка и остальные мои птенчики. Я вас крепко в душе своей целую. Азочка, спасибо тебе за то, что пишешь мне хорошие письма. Они для меня служат большим счастьем. Сегодня получил твое письмо в момент ужасно сильного боя с противником. И я, получив письмо в руки, в торопях посмотрел на адрес, увидел, что от тебя, и у меня от радости брызнули слезы. Но прочитать его было некогда. Я заряжал свою пушку и беспрерывно ввели стрельбу по противнику. Дождался ночи и в темном окопе со спичкой уже читал. И был рад ему до невозможности. А запиши мне. Пиши, прошу тебя. В родной город слал свои весточки жене и маленькому сыну Алексей Рогов. Командир эскадрильи авиаполка, совершивший более 60 вылетов. В каждом его обращении к жене чувствуется неподдельная любовь и тревога за близких.
«Девочка моя», – писал Алексей жене из Новочеркасска, – «приготовь себя к разлуке. Впереди 1942 год. Живи, как и я, надеждой навстречу». Следующее письмо он отправил домой уже из Московской области. «Здравствуй, Верусенька и сын Иденька. Верочка, не грусти. Готовься к зиме. Купи сыну валеньки и шей ему шубку. Люблю вас, Алексей». Последнее письмо датировано началом октября 1941 года. Его Алексей написал за несколько дней до своей гибели. А звание Героя Советского Союза он получил посмертно. Сергей Храпов. Письмо отцу. «Мой дорогой отец, шлю тебе сердечный привет и желаю многих лет жизни. 6 лет мы с тобой, старина, не виделись, но ничего, недалек тот час, когда увидимся. Да еще как увидимся, все будем вместе, а пока побудешь с дочерьми и внучатами. Ты уж не обижайся на меня, что редко пишу тебе, зато я часто тебя вспоминаю. В этом году приехал бы к тебе, да война помешала. Вот теперь надо с врагом расправиться, а потом уже к родным. Не унывай, дорогой отец, нам теперь нужно крепко бить врага, чтобы жили наши родители, жены, сестры, дети, наша Родина. Будь здоров, жму руку, твой сын Сергей Храпов. 3 сентября 1941 год». Вера Поршнева. Письмо матери. «Милая мамочка, пишу это письмо перед самой смертью. Ты его получишь, а меня уже не будет на свете. Ты обо мне не убивайся, не плачь. Я смерти не боюсь. Мамочка, ты у меня одна остаешься, не знаю, как ты будешь жить. Доживай как-нибудь свой век. И все же я тебе завидую, мама. Ты живешь 5-й десяток, а мне пришлось прожить 24 года. А как бы хотелось пожить и посмотреть, какая будет дальше жизнь. Не могу дальше писать. Руки трясутся и голова не соображает ничего. Я уже 2-е сутки не ем. С голодным желудком, говорят, умирать легче. Ну ладно, прощай, моя милая старушка. Как хотелось бы посмотреть на вас, на тебя, на Зою, милого Женечку. Если сохраните его, расскажите, какая у него была тетя. Ну все, целую вас. Твоя дочь Вера». Вера Поршнева умерла 30 ноября 1941 года. Посмертно награждена орденом Отечественной войны 1-й степени. Она была партизанкой на фронте, и это было ее прощальное письмо. Фронтовые треугольники. Дневники памяти прошлых лет. Вот такие простые тетрадные листки исписывали солдаты в перерывы между боями. Среди них был мой дед Анатолий Алексеевич Колюбакин, попавший на войну 19-летним мальчишкой. Нашлась свободная минутка. Сижу в ямке, поэтому немного спокойно. Вся фронтовая симфония надо мной. И так все время. Только остановишься, тут же лезешь в землю. Пока все хорошо, настроение бодрое, самочувствие хорошее, идем дальше. 2 числа после упорного натиска отбросили немцы еще. Захвачены трофеи и пленные, а рядом свистят и рвутся мины. И так каждый день, а в остальном все по-прежнему. В общем, мамуля, не беспокойся, только пишите чаще. Привет знакомым. Крепко целую. Анатолий. 7 октября 1943 года. До Днепра не особенно далеко, 5 километров. А там, за Днепром, куда мы отбросили противника, на таком же расстоянии идут бои. Немцы пытались нас не раз контратаковать, но были отбиты. Это когда я еще был в боях. А пока отдыхаем, набираем силы для дальнейших схватки. В общем, я прошел Украину, зашел на землю Белоруссии, а она начинается за Днепром. И теперь снова вернулся отдохнуть на Украину. Те зверства, которые немец чинил перед отступлением, даже трудно описать. На своем пути он сжигал все. Все до одной деревни, жителей. Скот угонял с собой, расстреливал, бросал в огонь детей. Но за это он крепко поплатится. Пока на этом. Привет знакомым. Крепко-прикрепко целую. Анатолий. 12 октября 1943 года.
Дорогая мамулька, твое письмо от 26-го получил. Письма сестры и братишки тоже. Изменений у меня пока никаких. Спасибо за поздравления. Находимся все на старом месте. Сейчас разбирали в своих полевых сумках, нашли старые трофеи, открытки немецкие. Часть пожгли, и вот я на одной решил чакнуть. Привет знакомым. Крепко целую. Анатолий. 9 ноября 43-го года. А на открытке Прага, освобожденная позже нашими войсками.